А теперь об истории, которая похожа на романы старых мастеров детектива. Жестокие убийства, которые полиция не могла раскрыть несколько десятилетий. И пожилой садовник, хороший семьянин, добрый сосед, любитель джазовой музыки. Никому не приходило в голову, что у почтенного бюргера есть тайная жизнь. Маньяка, насильника и, может быть, даже людоеда. Правду узнали только после смерти садиста. О том, как раскрыли преступление, репортаж Ивана Благова. Этот гараж Манфред Зелл снимал с 2008 года, якобы, чтобы хранить в нем свои инструменты. Это не вызывало никаких вопросов, потому что до выхода на пенсию он был садовником. Лишь после смерти Зелла его дочь за этими воротами обнаружила емкость с человеческими останками. Фрагменты тела неизвестной находились в этой голубой бочке. Личность жертвы удалось установить. Ею оказалась 54-летняя безработная. Полицейские изучили компьютер пенсионера и обнаружили на жестком диске 32 тысячи фотографий со сценами сексуального насилия. Сейчас следствие не исключает, Манфред Зелл мог быть серийным убийцей-каннибалом. Особенный, крайне жестокий способ совершения преступления с признаками садизма позволяет нам сделать вывод, что мужчина и ранее мог нарушать закон, угрожая жизни и безопасности людей. Зелл умер от рака в 2014-м. Ему было 67. После страшной находки в гараже полиция подняла старые нераскрытые дела. И вот на пресс-конференции в Висбадене журналистам представили фотографии 10 предполагаемых жертв маньяка. В основном это наркозависимые женщины легкого поведения. Но на снимках есть и дети. Следствие полагает, что именно Зелл жестоко убил 13-летнего Тристана Брюбаха. 18 лет назад новость о похищении и смерти мальчика потрясла всю страну. В случае с Тристаном следует заметить, что есть сильное сходство в способе совершения преступления и поведении убийцы. Однако есть заметные различия в выборе жертв, в особенности по признакам возраста и пола. Сколько лет он убивал и скольких замучил, полиция точно сказать не может, но ясно продолжалось это десятилетиями. Маньяк умер, так и ни разу не попав под подозрение. Хороший семьянин, любящий жену и дочь, всегда готовый прийти на помощь ближнему. Таким его помнят соседи, таким же его помнит семья, которая сдавала ему тот самый гараж. Он музыкант. Когда я приходила сюда и видела его, он всегда был дружелюбен и вежлив. Я бы сказала, абсолютно нормальный человек. А его в этом городке многие знали? О джаз-группе, в которой играл Зелл на саксофоне, часто писали местные газеты. Любопытно, что, судя по информации в этой статье, бок о бок с серийным убийцей на тромбоне в свое время играл и судья земельного суда Франкфурта на Майне. Никто не мог и представить, что под личиной музыкально одаренного пенсионера скрывается новый Джек-потрошитель. Несмотря на то, что маньяк мертв, полиция расследование продолжает. Следствие исходит из того, что у Манфреда Зелла мог быть сообщник, который сейчас находится на свободе. Иван Благой, Дмитрий Волков, Дмитрий Синицын, Первый канал, Швальбах, Германия.